Каска металлическая была лопнутая, треснутая, непригодная. Мы ее вырезали. Пулеметная лента 7,62 гильзы. Кошка обычная, саперная. Это гильза от САУ. Вот это из БМП, если я не ошибаюсь, 30-го калибра гильзы. Mm-hmm. Это от гранат чеки. Это заряд от РПГ. Все. Хвостовики, магазины испорченные, наконечники от РПГ. Ну все, все идет. Вот. То есть рукоятки пистолетов, ножей, куски стволов. Пулеметов. Все, все, все подряд. И вот за там буквально за день можно сварить одну вот такую инсталляцию вдвоем. И останется, я думаю, неплохая память из металла на долгие-долгие годы. Слушай, ты о философии этих инсталляций думал, да? Вот вроде, казалось бы, случайные предметы, но они все объединены, скажем так, одной историей, да? Они найдены на поле боя, сражения на Донбассе, и вот ты их собираешь вместе, и что получается? Просто мне жалко, когда это все, что может выглядеть вот так, и приносить кому-то какой-то... смысл, кто-то в этом ищет, кто-то просто кому-то глаз радует, кто-то в музей поставит, там, кто-то кому-то подарит. Это намного лучше, чем эта каска сгниет просто, и ее найдут только потом, копать или через десятки лет, и уже не в таком состоянии, естественно, и все. То есть я вижу в этом большую разницу, оставить это все погибать, либо превратить это все в прекрасное. Ну, это так.